Верчик, а где они тут? Потом все-таки оставили. Mm-hmm. Сделали деконструкцию. Смотрите, типа, а-ля. О, какао-порошок продается. О, и какао-масло. Опа. Может его купить? Тем какао-масло, друг. Оно прикольное. Я не пробовал, вообще не знаю, что Рамодин. Рамодин? Денис? Да. Что там, где? Он его, когда были в Нижнем, он его купил в таком же магазине, но где-то на рынке. Вообще Денис, давно последний раз видел? Чего? Ну да. Он говорит, его можно и так с молоком употреблять, и шоколад из него сделать. Вот, его прописывают для тех, кто горло сорвал.